Дорогие подписчики, опять Борис Михайлович рассказывает про эти клапана. Много разговоров про них открыли. Клапан никуда не девается, уехали. Это у нас кухня, так этот на туалет. А минус в чем, что очень большое расстояние. И вы будете биться головой об дверь. Покажу, как можно еще вариант включения. Таким образом можно сократить расстояние. Там было 40 сантиметров, здесь буквально 10 сантиметров. И клапан понадобится один. Разворачивайте тот тройник, но у вас стояк переезжает, унитаз переезжает влево от стояка. И, кстати, можно эту гофру повернуть сюда, и унитаз более-менее выправить напротив стояка. Покажу одно подключение, о котором все умалчивают. Ну и последний лайфхак от Бориса Михайловича. Ставите тройник не выше уровня унитаза. Сверлите первый этаж в подвал, если у вас не магазин, там, а сантехники сидят. И все фекалии через этот переполнитель будут стекать вниз, если когда-то у вас что-то забьется. Газы не будут к вам идти никуда. Напишите комментарий по поводу вот этого сифончика. Напишите, с чем это плохо.